Подожди. Кирис говорит, стой. Сейчас. Все, приз один. Приз один. Все, у нас один приз на внутренний тур, поэтому приз мы вручили. Приветствую участников соревнований, в особенности Диафрана Шаковдис, который проводит сегодня первую свою игру. Ждем мы от вас вечерних. И главный результат. Приличная, да, ребенок у нас колбасится под нее, включаешь ему музы. Итак, наши соревнования продолжаются. Сейчас играют Меридиан Энерго и Газпром Энерго Холдинг. Меридиан сегодня на поле уже выходил, 1-2 уступил Татнефти и лишился права на ошибку. Теперь нужна им сегодня только победа, а лучше победа. Да, сказали бы мы, если бы у Меридиана еще несколько игр было бы в запасе. Но нет, вот сейчас с Газпром Энергохолдингом сыграют и будут готовиться к следующему туру. Для ГЭХ сегодня это первый матч. Надо сказать, что у ГЭХ пока такой несколько экспериментальный состав. Минимум два футболиста, ну или новых, или хорошо забытых старых. Безусловно, есть отсутствующие, но об этом будем говорить чуть позднее. Сейчас очень важно нам заметить эти стартовые минуты, первые движения. По ним будет понятно, в какой форме ГЭХ подошел к началу сезона. И ГЭХ по традиции обновил спортивную форму перед началом сезона. Белоснежные майки и светло-синие номера и фамилии. Костюмчики. А я сегодня еще Динамо веду, поэтому костюмчик. Вечером поедем? Да, да, да. Ну там 6 начала, 4 уже надо быть там. Сутки открытия. Ставят под удар после углового. Фролов головой играет. Новоселов. Еще один высокий футболист. Хороший плотный удар, мяч в девятку летел. Белоктенов вышел на поле УГЭХ. Все, выходим, выходим, сгава последний. Все, мяч в финале. УГЭХ нормально. Все в порядке. Газпром Энергохолдинг в минувшем сезоне завоевал серебро. Столько же очков было у ГЭХ, сколько у Московского банка Сбербанка России. Но по личным встречам Сбербанк был чуть лучше. В ничью сыграли 1-1. И потом была победа Московского банка 2-1. Ну, то есть одного забитого мяча Газпром Энергохолдингу не хватило, чтобы своих соперников обогнать. Не ведь по всему было одинаково. Количество побед, ничьих, поражений.
Даже разница забитых и пропущенных мячей. Плюс 21 у Сбера и у Газпром Энергохолдинга. При этом ГЭХ, кстати, был лучше по забитым мячам. Так что если бы было две ничьи, то выше бы оказался Газпром Энергохолдинг. Вот такая интересная история. Давайте посмотрим еще, как личные встречи закончились у команд этих. Ну, здесь преимущество у Газпром Энергохолдинга. Ничья 0-0 и 3-1 победа. Хорош, 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 хорош. Биджамо. Ребят, заберите, пожалуйста, сверху мяч. Галактионов с Фроловым пытаются раскатать комбинацию. Галактионов здесь в центре. Пробует потеряться среди игроков соперника. Галактионова никак мячом не наградят. Очень активная такая сверхатакующая игра, но до сих пор без забитых мячей. Меридиан уже нормально разыграли. Не стесняется Меридиан отходить назад. Здесь вынужденная замена. Биджама нужно привести в порядок форму. И как бы ни стала эта замена роковой. Нет, справились, отбились. Перехват в центре. Чикирьян. Помогай, Дима! Что-то не вижу. Фролов. Хорош, хорош, Дима, хорош. Тяжело приходится одному. Мигрант, Чупов. Ну, отправьте, как бы, второй. Да, виноват, я там съел, забыл. Я просто вижу, что это не Чикирьян. Снова Меридиан через вратаря играет. На ворота пустые. Ну все, пробить туда не удастся. Сам! Все, спокойно! Минутка, парень!
Ачулов очень активно подсказывает со скамейки. И надо признать, что слушаются его указания и подопечные. Пошли, пошли! Васёлов! Такой шанс. Пойдет, пойдет, Витя, пойдет, попасть, попасть. Удар! Свисток на перерыв при счете 0-0. Покажи его! Покажи его! Просто... Второй тайм, и какой момент опасный. Пусть и из-за рикошета, но мяч попал в крестовину ворот Меридиан Энерго. Счет 0-0. Газпром Энергохолдинг категорически не устраивает. Еще один удар. Ащулов подсказывает со скамейки больше ударов наносить. Что, у нас теперь будет по одному призу на лотерею? Конечно, два приза на конфликт. А, то есть сегодня еще одна лотерея будет? Еще одна была. Спецсвязи не было. Поэтому а что за приз будет? Разыграть. Второй от Тринити. Давай сядем, Дима, ты сядем, Дима. От Тринити, я не знаю, не смотрел. Пакет Тринити. Ну, вот эти вот. Окей. Который PlayStation. Здесь нарушение. На 10-метровую отметку сейчас будет установлен мяч. Или непосредственно рядом с отметкой. Это, блин, я не сказал по поводу фифы. Что он будет сказать после этой игры? Где банан? Где мой спецзаказ? Юраныча. Юра у нас на связи вообще. Хорошо, да. Удар от Бежама. Он подсказывает, что вратарь коснулся мяча, но нет. Дали рацию. Еще один фол. У него не было рации, и рацию я принес сюда за стол. Он сидел за столом. Сейчас он где-то ходит, надо дать ему рацию. А, ничего, 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 Вовка, ничего, сели, сели. Повтори, пожалуйста, почему-то у меня ничего не слышно было. Юра просто пирожки кушал, а не хотел на классе. Что, может триггерить, да? Есть? Да, три. Может, где подряд был? Да, это не слышно. Ты же Газпром не подряд. Хоть ты перепрятно передавал. Клементьев. Накрывают его удар. Судья попросил. Да, Лев, судья попросил. А, да все нормально, можешь сейчас занята чем-то. Все, ладно, да, хорошо. Я понял, ладно. На нашем дем и сделаем. А там что вообще что было? Вообще игроков вообще не слушали. У тебя есть протокол, у тебя есть судья. Все. Бижама тащит мяч через центр. Дело в том, что судья бывает не говорит, когда фолы. Вот, поэтому я и сам на свое усмотрение ставлю. Ну, что видно. Синий. Есть судья. Куда иди? Просто я думал... Снова вратаря подключают к атаке. На площадке. Хоть это уже раз 100 было, но, блядь, мы все равно. Все более вязкой становится игра, больше остановок. Но последняя минута точно будет чистой, так что, ну, должны быть забитые мячи по такой игре. Кто что просил, тот и получил. Андрею банан, Кириллу деньги.
А что такое было? Вот так вот. Это ты грамотно зашел. Снова через Фролова. А ниже колена же нельзя, что ли? Да. По идее, его должны были сохранить. Биджама снова на вратаре. Меридиану, можно сказать, что идет ва-банк. Уже все меньше думает об обороне. И эта ставка сыграла Муслим Мутаев. Выводит Меридиан вперед. 1-0. Проспали этот момент. Приятного аппетита. А я ему говорил, рассказывал во время игры, что я не могу его остановить. Перед игрой закатывай. Хорошо. Он, походу, собирается еще выходить, да? И теперь уже готовится у «Газпром Энергохолдинга» замена. Подумывают выпускать полевого игрока вместо вратаря. Нужно отыгрываться. Начинает сезон с поражения. Далеко не самая лучшая мысль. Локтионов с Роловым снова в дуэте. Не дают бить Галактионову. Терялся мяч в ногах у сразу нескольких игроков. Фролов под удар и под штангу бил. Судья, да нашу! Судья, таймал! Еще судья, один удар близко. Собирается как тайм-аут брать на своем мяче. Уйди, Фа! Куда? Ошибка и тайм-аут берет Гэх. Пока мы с вами отвлеклись на то, чтобы максимально много услышать в перерыве реплик «Газпром Энергохолдинга», случился один из самых курьезных голов, наверное, вообще в истории наших соревнований. Ну, по крайней мере, в конференции «Премьер» так точно. У нас всеми правдами и неправдами «Газпром Энергохолдинг» сравнивает счет 1-1. Можно, можно! Надо было юрец два банана. Можно. Второго у тебя нету где-нибудь в заначке? Дурак. Блин. 5 метров.
Красава. Я тоже все это банально. Делай вещи. Пойдет, здорово, играйте. Полторы минуты до конца. Можно пробить. Хотя бы угловой можно заработать. Ну, здорово, здорово. Шанс был. Лементьев. Только какие-нибудь пожелтее бери, а то Юран принес травму какую-то. А они все такие. Да? Блин, жесть. Хорош, Вова, хорош, хорош, Дима, хорош. Минутка, минута! Минута чистого игрового времени остается до финального свистка. Ох, сейчас еще мог случиться один конфуз. Стой! Вынужденная остановка. Время остановлено. Сейчас помощь будет оказана вратарю. Вот так вот и вылетаем потом на 15 минут. Манишка. Спасибо большое. Манишко. Манишко. Ну что за бред, а? Че? Ну ладно, сейчас бы... А что это? Да? Все, помощь оказана вратарю. Выпустил Меридиан Энерго полевого игрока вместо голкипера. Есть еще время для того, чтобы снова выйти вперед. Мяч опять потерян. Фролов. Двадцать секунд до конца. Десять секунд. Время на пару ударов хватит. Итак, настоящая боевая ничья. 1-1. Еще впереди много интересных матчей, так что оставайтесь с нами, там будет обязательно еще много забито голов.